свою, но okay. Ну, покажи силу. О, эта девушка, она тоже лупит. У нее тоже бинты и перчатки. Oh my God. Покажи, брат. Давай. Ну, тихо, стоять. Там соревнования.
settimane, quei quattrini, ci costa poco. Io poi guardo da questo faccio la stessa. Questi gli costa, stava io, un quattrini per dire questo in diretta. То есть, по десту приехали, что по докуте или так просто там какой-то тренинг, семинар? Ну, ну, у нас сейчас в Киеве начинают, я вот насколько вижу, там, когда стал мэром Кличко, вот, начинают, то есть, глобально открывать там площадки, спортивные игрушки ставят, то есть, ну, то есть очень, ну, серьезно, ну, как серьезно, не серьезно, но да, начинают продвигать, то есть вот эту вот тему там самостоятельно. То есть постоянно день на площадке, кто хочет бесплатно приходите, занимайтесь там и так далее. Вот мне интересно, то есть вы сюда приехали в какой-то клуб или просто отдыхать? Ну, это внутренняя мотивация, есть ориентиры, которые вы можете достичь, поэтому здесь это делать удобно. То есть у вас нет определенной группы, которую вы приехали и занимаетесь группой? Она или, там, просто... похоже, то есть. Это, грубо говоря, как же была бы кода одесская.